Всем привет! Сегодня мы будем делать очень вкусные домашние блинчики. Итак, что нам для этого надо? Берем, разбиваем в миску 2 яйца. Пол чайной ложки соли. Одна столовая ложка сахара. И все это перемешиваем. Теперь сюда нужно добавить молока. Я делаю на пол литра молока и добавляю сразу не все молоко, а где-то 1/4 часть. И очень важный момент, молоко должно быть подогретое до комнатной температуры. После того, как добавили молока, снова это все перемешиваем. Следующим этапом добавляем 200 грамм просеянной муки. Мука должна быть обязательно просеянная. Теперь еще раз это все перемешиваем. Немножко перемешав, добавляем остальное молоко. И в самом конце добавляем где-то 2 чайные ложки подсолнечного масла. Еще чуть-чуть перемешиваем. И теперь даем настояться тесту 10 минут, после чего можно жарить блины. Следующим этапом, ребята, очень-очень сильно нагреваем сковородку. В итоге, ребята, у нас получается вот такая вот тарелка блинов. На тесто мы потратили 5 минут, и на то, чтобы пожарить эти блины, мы потратили еще 10 минут. В общем итоге 15 минут, и у вас вот такой вот вкусный, а главное полезный завтрак. Все, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых видео. Пока-пока!